Ребятки, всем доброго вечера. Начинаю такой свой маленький вложик с вечера. Вот такие хотела вам показать растючки, опять же. Это колиус посадила. Досадила из того колиуса. Там буквально 5, если осталось, то хорошо. Вот этот кустик, это эхинацея. А вот этот дельфиниум, видите, вот рядышком. Тоже пикировать надо. А это вот салат, который пересаживали. Айсберг. Вот осталось тут немножечко у меня пару кустиков. Вот так выглядит. Но он такой нежный. Не знаю, что с него будет. И опять же, вот эти колокольчики у меня сидят. Тоже надо попересаживать. Думаю, завтра уже доберусь до магазина. Но это не факт. Тоненькие такие. Вот видите, лампа обычная у меня. И оно вообще это не помогает. Это особо с этой лампы. Также вот петунья какая. Смотрите. Такая маленькая красотка. Сегодня такой у нас огородный обзорчик с вами. Не знаю, верхушечки может уже пообрывать. Как-то так. Джеську вам покажу, да, Джесь? Да? Вечер уже отдыхает, уже покушала, да, Джесь, ты покушала уже, да? Покушала и на кроватку, да? Красотку уже погуляли. Грязь у нас уже. Вот такая красотка и отдыхает. Всем приятного вечера, ребятки. Смотрите, тоже там записала, была обзор теплицы, если так можно сказать. Вообще расстроенная приехала. За столько времени вообще помидоры, вообще нет их абсолютно. Не знаю, немножко проклюнулась капуста. Наверное, буду в этом году рассаду всю покупать. Как бы это ни расстраивало, но факт остается фактом. Немножко там тоже поделала. Что смогла. Очень сильно у нас мокро. Ну, уже спадки хочет. Не знаю, вообще весна очень холодная и дождливая. Все, ребятки, смотрите дальше. Там обзорчик маленький сделала. Всем приятного вечера. Ребятки, ну что, без изменений. Тепличка вся в конденсате. Вот одна, вот отверстие одно. Откуда-то появилась, вроде не было. Вот столько влаги. Ехала посмотреть на тепличку. Сейчас подымаю, смотрим с вами. Ой, ребятки, смотрите, вот капуста зашла. Вот такая вот. С капусты выпал этот указатель. Помидоры. Вот это 10 дней вам. Только начинают сходить. Вот. Вот несчастная. А так вообще очень плохо. Я вообще в шоке. Это ничего не сказать. Ребята, что будем садить? Я в шоке. Это просто. Надо было все высаживать дома. Ребятки, вот такая вот красота. Смотрите, она ветер сегодня ужасный. Сейчас вам покажу. Резкости нет. Вот с какой серединкой. Смотрите. Вот красотки. И вот такие вот цветочки тоже. Смотрите тоже. Не знаю, как они называются. Напишите. Вот смотрите. Красота какая. Вот такая вот красота. Нежная, нежная. Помидор нет. Так что цветочки будем смотреть с вами. Такая красота. Приехала глянуть на малинку. И уже устала, ребятки. Бурьян весь поубирала. Вот такая вот. Какие листочки, смотрите. Недавно только садили. Красота какая. Убрала здесь траву. Вот здесь полностью была ее куча. Вся. Все поубирала. Смотрите, этот кустик вообще какой шикарный.
Так, вот так выглядит огородик. Более-менее. Также почистила крыжовник. Вот смотрите, был весь тоже заросший, весь в траве был. Уже какие листочки. Еще один есть. Вот. Этот побольше кустик. Тоже был весь в траве. Тут малинка от соседа вот одна. Тут тоже было травы куча. Тоже поубирала по возможности. Очень-очень влажно. Ну, тут, ребятки, тоже кусок. Видите, пожелтело. Это вверху было листья. Такие зеленые-зеленые бурьян. Вот это мыщий. Или как его называют. Еще оставила вот клочок. Потому что очень сыро. Здесь все поубирала уже. Здесь будут цветы сидеть. Вот у меня тропинка. В том году у меня тут были цветочки. И добралась до клубники. Смотрите, какие шикарные кустики. Смотрите, уже какие молоденькие листочки. Очень вся была заросшая. Смотрите, вся. Немножко хоть вручную рвала бурьян, потому что очень сырая земля. Вот такие кустики. Не идеально, но тут просто очень сыро. Невозможно до идеала довести. Ну, хоть так уже лучше. Вот так. Потому что клубничку забивала, а тут вообще бурьян. Немножко так поделала работки, устала. Ребятки, вот столько, вот такая куча аж травы повыносила. Капец, в общем-то. Ну и немножко красоты вам поснимаю. Калюжницы, гляньте, как распускались. Красивые. Такая красота. Обалденно. Нарциссы еще закрытые. Обалденно. Смотрите, пчелки летают. Такие раскрытые.